the king of these people. You're the lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. For greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Приветствую вас, братья и сестры. Я Сергей. С Украины приехал с Вулика Псков послужить, с детьми работать. Много чего здесь увидел. Увидел свою прежнюю жизнь, как я раньше жил без Бога в интернате. И хочу вам рассказать, как Бог касался моего сердца, как я здесь был. Мы очень много работали с детьми. Я видел, как они приходят. Расскажи, расскажи все, покажи здесь. Мне очень было сложно, потому что я никогда детей не любил в своей жизни с интернатом. Они вечно сдавали, и после этого у меня такой камень на груди был, что я никогда их не прощал. Ну, Бог касался моего сердца, и однажды мы поехали в село Лопатово, устраивали там батут. Там были дети, я как все ближе и ближе начал отдавать свою любовь, ту, что мне давали родители. То есть не мои родители, а родители, которых меня забрали с интерната, отдавать этим детям. Потом мы приехали в интернат, и там были дети отстал разумов. Я это увидел, увидел свою жизнь прежнюю, как я был тогда. И там были дети, которые совсем не умели хорошо ходить. Я сперва взлякался, испугался очень, думаю, что они хотят от меня, все обнимают, говорят там. Ну, мне очень стало не по себе, я говорю, отойдите, отойдите. И со временем привык к этому. И пошел большой дождь, и дети, те, что не умели ходить, они не умели выйти на гору. Ну, я как спортсмен, я старался им помогать, и ничего не получалось. Тогда я сказал, что вешайтесь на шею, и так выносил. И Господь через это действовал. То есть вечером приехали как в церковь, я пересмотрел свои решения, и как было собрание, Господь меня коснулся, и я покаялся. После этого я пересмотрел свою жизнь и много чего увидел, в чем я был плох. Ну, вот так я попал сюда, Псков. Дорогие братцы, дорогие сестры, дорогая церковь, источник жизни, вы по-настоящему выбрали правильное название, потому что то, что сделали ваши ребята здесь на Псковщине за эти две недели, действительно, они принесли жизнь от Господа для людей и для нас, для взрослых. Они были ободрением и радостью. За эти две недели они служение несли в Великих Луках, в Пушкинских горах, в острове Пскове, в Лопатово. Так получилось, что погода не позволила нам быть в Пскове тут всю неделю, и нам пришлось уехать в Лопатово. Но молодежь сказала, что пережили хорошее благословение, там особенные детки, потому что это деревня, и вот, они мало видят вот, того, что привезли ваши ребята. Это удивительные ваши ребята, и вы знаете, их программа просто чудесная. Я вместе с ними был на почти каждый день везде был, и в Лопатово был, и в детском приюте, где мы были в Красногородске. И хорошая программа, вообще все удивительно и все чудесно. И слышал о том, что ребята даже в острове где-то во время дождя убирали кладбище.
Заброшенное кладбище никому не нужно было. Люди обычно всегда, как, знаете, как в машине едут, выбрасывают бумажки на улицу. Главное, чтобы у меня в машине было чисто. А остальное меня не интересует. Так, к сожалению, на кладбищах. Но слава Богу за ваших ребят, посвященные настоящие верующие, настоящие христиане, которые смогли убрать вот, и оставить после себя добрый след. Меня зовут Наташа. Во-первых, я хотела выразить огромную благодарность всем ребятам, которые приезжали с миссией «Избережись», которые зажгли нас и помогли нам найти себя в служении. Я 3 года молилась о своем служении, как бы пробовала себя везде. И когда поучаствовала в этой миссии, я поняла, что нашла свое служение, нашла свое место. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады были сотрудничать с миссией «Избери жизнь» Choose Life. Благодарим ее за участие в служении в Республике Коми. На протяжении 3 лет совместного нашего служения были наладились взаимоотношения с местным населением, особенно в отдаленных поселках. И дальше мы сегодня думаем о том, чтобы продолжать это служение, продолжать уже не только летом, но и круглогодично. У нас уже проходит, благодаря этому служению, один населенный пункт, это Мордино. Мы сегодня занимаемся там с детьми, проводим площадки весь год. Один раз в месяц мы выезжаем, проводим, и многие дети сегодня, у них сердца открыты для того, чтобы слышать Евангелие. И хотелось бы сегодня пожелать всем тем, кто участвует в этой миссии, чтобы ваши сердца не горели, потому что ваше служение, оно сегодня развивается, это служение приносит огромный плод. И сегодня я могу сказать, что благодаря этому служению не только дети, да, но и даже взрослое население, с которым мы имеем общение через служение площадок, очень сильно выходит на контакт. И многие люди, они сегодня готовы слушать Слово Божие. Они не готовы приходить на изучение Библии куда-то в домы, куда-то на нашу территорию, но они готовы сегодня к тому, чтобы приходили к ним, приходили, общались, говорили на христианские темы, говорили о Слове Божьем. И слава Богу за это. Благодарим за это участие еще раз и всем желаем, кто участвует, чтобы вы не охладевали в этом служении, но чтобы вы развивались, чтобы оно было сильнее. Мы всегда будем ждать вас в нашей Республике Коми. Пожалуйста, приезжайте, мы всегда рады. Спасибо. Меня зовут Аня, я живу в Сыктывкаре, в Коми Республике. На площадках я уже 4-й год, 3-й год вот полностью в команде, 4-й, я просто, первый год я только присматривалась к этому служению.
На самом деле, в этом году это просто чудо Божье, то, что я нахожусь здесь, потому что было много планов других, например, побыть в других лагерях или на работу меня пригласили как раз на классную, которую я давно хотела. Но у Бога другие планы. И это очень сложно, на самом деле, сказать, Бог, вот как ты хочешь, так и поступай с моей жизнью. Ну, когда я так сказала, и у меня просто расчистили все другие второстепенные дела, и я оказалась вот именно на этом служении, в этих площадках, в этой команде. Я понимаю, что просто ничего другого и ничего лучше просто быть не может. И когда я приезжаю в селение или в места, где люди реально жаждут слова, когда люди не знают, как правильно жить, как по-другому жить, как не пить, как воспитывать детей, когда люди реально нуждаются в Боге, пытаются себе доказать, что Бога нет и, в принципе, Он им не нужен. И я понимаю, что как важно то, что Бог направляет нас именно сюда, и то, что мы можем свидетельствовать этим людям. Приветствую всех братьев и сестер. Меня зовут Федор, я из Чукотки. И для меня очень большое благословение от Бога, что я попал на проект «Избери жизнь». На миссионерской поездке я впервые. Вот, и благодаря этому проекту «Избери жизнь», благодаря братьям и сестрам, благодарю их за то, что они научили меня, как правильно работать с молодежью, как делать площадки для детей. Вот. И ведь благодаря миссионерам и я некогда узнал об Иисусе Христе лично. И познал Его, и познал, что и Иисус Христос дает спасение. Богу нужны посвященные служителя, те люди, которые готовы полностью отдать себя на служение, посвятить себя Христу. И если ты хочешь принести как можно больше пользы в своей жизни, тогда присоединяйся к миссии «Избери жизнь». Именно площадках, именно в этой программе возможно просто раскрыть, может быть, какие-то свои дары, которые мы просто не замечали, и этими дарами послужить Господу. Надеюсь, что в следующем году ты будешь участвовать с нами.